Друзья, всем доброго дня. Сегодня зацвел мой новый гибрид. Вот такой вот нежный цветочек. Очень красивый. Небольшого пока размера. Это первое цветение. И одновременно с ним зацвел его брат или сестричка, как не знаю лучше сказать. Второе семечко из этой селекции, но цветочек кардинально отличается. У этого более длинные, удлиненные остроконечные лепестки, звездочной формы цветочек с острыми лепестками. А у этого гибрида получаются лепесточки заваленные. И он более такой округленной формы. Чашечкой очень красивый. Вот такие вот получились брат и сестричка. С одной селекции, но абсолютно два разных цветочка. Вот такой цветочек звездочной формы, очень красивый, нежный. И вот такой цветочек. Этот меньше в размерах, но у него такая более закругленная форма. Очень красивые нимфейки. Всего вам доброго, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Буду обязательно выкладывать свои новые гибриды, которые получаются. Мне кажется, со временем наша отечественная селекция покажет себя с лучшей стороны. Будем стараться делать самые красивые водные цветы для ваших прудов. Всего вам доброго. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.